Утренняя поездка на работу для 50-летней женщины закончилась посещением отдела полиции. По словам потерпевшей, о том, что из сумочки пропал кошелек, она узнала не сразу. Я вышла, не доезжая остановку, на светофоре, на красном свете. Вот. И дорогу перешла, и один парень подходит ко мне, а это было, оказывается, уголовный розыск или полиция. Вот, они мне вопрос задали, у вас, девушка, ничего не пропало? Я говорю, как? И потом я раз сумку смотрю, она мне замок прям раздвинут, и вот так вот. Задержали подозреваемую по горячим следам. Избавиться от украденной вещи она не успела и призналась, что совершила очередную ошибку. Но на вопрос, что побудило ее вернуться к уголовному прошлому, ответить так и не смогла. Почему вы именно эту женщину выбрали? Не знаю. У нее что, сумка была открыта и что? Попалась, наверное, первым. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками специализированного подразделения уголовного розыска Управления внутренних дел по городу Саратову с поличным была задержана гражданка 50 лет, уроженка Самарской области, за совершение преступлений, предусмотренного пунктом Г, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении данной гражданки избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают возможную причастность женщины к совершению аналогичных преступлений. Если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий данной гражданки, сообщите об этом по телефонам, указанным на экране. Евгения Лукьянова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.